Мы рады приветствовать вас на втором испытании участниц. Девушкам уже не терпится узнать, что же их сегодня ждет. Поэтому давайте скорее начнем. Добрый день, наша королева бизнеса. Сегодня мы находимся в весьма колоритном месте с атмосферой Таиланда. Его называют страной тысячи улыбок. А все потому, что жители Таиланда умеют делиться своим счастьем и радостью. Сегодня мы также намерены подарить вам весь спектр эмоций. Но для начала вам придется пройти испытание. Поподробнее об этом расскажет эксперт. Давайте поприветствуем Алмаз. Здравствуйте. Так как вы предприниматели, перед вами стоят определенные задачи, которые вы ежедневно преодолеваете, решаете, и также преграды. Про испытания. Сегодня вы будете эти преграды топтать. Сказали, будете ходить по своему страху. Я почему-то сразу подумала, что это какие-то тараканы или что-то живое. Мне было так вообще страшно. Ваше сегодняшнее испытание будет хождение по битым стеклам. Что? Как? Зачем? Нет, не надо. Ну, я испугалась, но на самом деле это страшно. Но сразу думаешь, вот кровь, брызги. Мы предложили участницам не только пройти практику хождения по стеклу, но и самостоятельно подготовить зону для испытания. Это были одни сплошные страхи. Это когда нам вообще начали вытаскивать эти бутылки и сказали, что их нужно сейчас самим разбить. А потом сразу голова прорисовала картинку, что потом на это встать. Нам очень часто бывает страшно сделать первый шаг, потому что мы боимся неизвестности. А как только мы позволяем себе сделать первый шаг, получить тот опыт, то после этого шага становится гораздо легче. Девушки, кто будет первой? Первой быть не страшно. Я всегда первая. У меня мурашки вот с кончиков по пальцу прям. Да, поднимай. Вот он диссонанс. Первая открыла вот этот вот ряд, такой парад возгласов, что оказывается, это не страшно, это не больно. Милюша действительно показала отличный пример. Девушки устроили настоящие танцы на стеклах, пели, плясали и даже приседали. Но были в нашем испытании и очень трогательные моменты. Расплакалась. Скажет, наверное, блин, она не справилась с заданием. Мне понравилось. Заряженные, веселые, все как нужно для того, чтобы получить желаемое. О, он такой харизматичный, такой от него идет прям энергия, хочется с ним общаться, какое-то тепло от него идет, добро. Ваши впечатления от эксперта мы поняли, но хотелось бы узнать и эмоции от испытания. Это не больно, это интересно. Очень крутая практика, это как в жизни, когда тебе страшно сделать первый шаг, а когда ты его сделал, там уже как-то понесло. Страх отступает и приходит, наоборот, какая-то энергия. Уже прям себя чувствуешь, вау, я молодец, я смогла это сделать. Я испытывала боль, мне было больно. Я смотрела на девчонок, они так, у них все весело, классно, мне было больно. Единственное, кто она сказала, что ей было больно, что ей было некомфортно. И шаг. Здесь нет определенного шаблона. То есть чувствует легкость, это легко. Чувствует трудности, боль, это значит, ему нужно прожить, это нужно прочувствовать. В целом атмосфера деревни, чего-то такого очень аутентичного, необычного, конечно, добавила, да, свою изюминку в испытании. Это было очень интересно. Мы посовещались и приняли решение, что победительницей сегодняшнего испытания становится Регина! Когда она сказала Регина, для меня это было очень неожиданно и безумно приятно. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Еще две участницы отправятся на традиционный тайский массаж. И это... Айсулу и Камиля. Ура!
Наши счастливые победительницы отправились наслаждаться массажем от тайских мастеров, а остальных участниц ждал массаж шейно-воротниковой зоны. Дамы, вы получили райское наслаждение. Вообще, если честно, я вообще впервые пришла на тайский массаж. И, наверное, это была моя давняя мечта. Вообще, это шоу реализует все мои мечты. Но мечтам не всех девушек суждено сбыться на проекте. И уже сегодня одна из участниц покинет шоу. Мы решили, что проект покидает. Когда делали массаж, обсуждали, мы еще прикалывались, наверное, нас сейчас и выгонят. Типа нам дали такой шанс сходить на массаж и сказать, ну вот вы как бы, спасибо, вы свободны. Не могу сказать, кто может покинуть проект. Я очень надеюсь, что это буду не я. Наверное, Диана. Ну, возможно, я не знаю. Элин. Расстроюсь, но значит так лучше. Мы благодарны Элине за участие в нашем проекте и надеемся на развитие и процветание ее бизнеса, но желаем быть немного активнее. Испытание помогло участницам стать ближе друг к другу, а нам ближе к участницам. Что ж, королевы, а нам остается подвести итоги сегодняшнего дня. Мне нравится Диана, которая йогой занимается. Сегодня очень тесно и тепло пообщалась с Дианой. Мы прям как родственные души. Мне понравилось. Во всех коллективах есть люди твои и люди, ну, не твои. Ну, у меня не бывает так, что я прям вот со всеми, да? И вот с теми, кто мои, ну, очень комфортно и приятно. Дух конкуренции я ощущаю только теми, между теми, кто у нас идет впереди паровоза всех, то есть сильнее. Это Камила, Регина, Диана, вот они как бы очень сильные девчонки. Заметила, что я как будто присматриваюсь, и мне нужно время, чтобы раскрыться. И сегодня я приняла решение, что если я остаюсь, ну хватит уже, сколько можно там скромничать, не заявлять о себе, кому-то уступать. А наше реалити-шоу «Королева бизнеса за кадром» продолжается. Для участниц мы приготовили много приятных подарков и интересных испытаний. Не пропустите в программе FAM-TV. Райский тропический остров среди городской суеты. Спа-деревня Баунти позволит вам насладиться расслабляющими спа-процедурами, волшебной пассивной йогой от тайских мастеров и традиционным чаепитием на террасе.